данном видеообзоре мы хотим показать вам порядок сборки самоката Novatrek серии Stamp N1. Данная серия представляет вам большой ассортимент продукции, который по своему роду, в принципе, отличается конструктивными способностями и, соответственно, цветом рамы, конструкцией рамы и крепление деталей при сборке. Сегодня на примере мы вам хотим показать такой артикул, как 18 Stamp N1 City Line VT, это белый цвет, 8. Что мы имеем при сборке? Мы имеем саму раму самоката. Два колеса, соответственно, разных по диаметру. Переднее колесо 18 дюймов, заднее колесо 14 дюймов. Обратите внимание, что переднее колесо крепится на эксцентрике, который находится в зипе. Мы его сейчас раскомплектуем и покажем вам содержимое. Это важный момент. Дальше мы имеем руль с двумя тормозными ручками. Декоративную накладку от предотвращения ударов об перекладину руля. Два крыла, соответственно, переднее и заднее. Ну и, само собой, зип. Рассмотрим содержимое зипа. Здесь мы имеем набор ключей. Как мы видим, универсальный ключ, шестигранник и шестигранный ключ с крестовой отверткой на крестовой шлиц. Наклейки по желанию, кто захочет наклеить наклейки на самокат. А также инструкцию по сборке и гарантийный талон. Дальше эксцентрик. Эксцентрик необходим для того, чтобы закрепить переднее колесо. На оси втулки имеется отверстие, куда он вставляется, соответственно, предварительно раскрутив, вставить его и закрепить на вилке. А также вынос руля. Приступим к сборке. Полностью собирать самокат не будем, мы покажем, как это происходит. Устанавливаем переднее колесо. Предварительно расцепляем вибрейки тормоза и снимаем предохранительную заглушку, транспортировочную. Устанавливаем колесо на ось, не раскручивая при этом гайки. И ставим в центре. Сборка данной модели переднего колеса предусмотрена именно таким способом. Передние гайки не раскручиваются. Гайки на оси не раскручиваются, они вставляются просто. Ось вставляется в вилку и, соответственно, зажимается эксцентриком. Снимаем с эксцентрика одну пружину и зажимной болт. Вставляем в ось и оставляем в горизонтальном положении. С другой стороны ставим пружину и зажимной болт. Зажимной болт закручиваем. После того, как он будет прижат к вилке, мы его зажимаем окончательно. Переднее колесо установлено. Дальше собираем тормозную систему, надев обратно тормозной механизм. Заднее колесо устанавливается на гайках. Там эксцентрика нет. Его необходимо
раскрутить две гайки с одной и с другой стороны. Дать как бы пространство для установки вилки, задней вилки. Также снимаем пластиковую защиту. И устанавливаем заднее колесо. Затягиваем гайки. Колесо установлено. Дальше регулируем тормозную систему. Регулировка тормозной системы регулируется вот этим винтом. Раскрутив этот винт, вы подтягиваете трос, тем самым приближаете колодки, тормозные колодки к ободу колеса. Примерный отступ от колодок и обода колеса должен составлять 2 мм. Установили колеса. Приступаем к установке руля. Данный самокат штампен 1 после сборки выглядит вот таким образом. После установки колес на данный самокат устанавливается вынос руля, который находится предварительно в зипе вместе с изделием. Вынос руля устанавливается по риске, которая идет, обозначена на данном выносе, и в дальнейшем регулируется по желанию клиента. Руль устанавливается после отделения открутки всех четырех винтов и отделения крышки выноса и закрепляется этой крышкой и этими винтами. Далее идет установка защитного валика на руль, который предохраняет едущего человека от удара, и установка тормозных тросов, тормозные ручки на руле. Крылья устанавливаются по желанию клиента. Переднее крыло выглядит таким образом и устанавливается на кронштейны вилки, верхний кронштейн и кронштейны на перьях вилки. Заднее крыло выглядит таким образом и устанавливается на кронштейн задней вилки и перьев задней вилки, соответственно. После установки и сборки самоката производится его настройка. Настройка тормозов и настройка угла наклона тормозных ручек и руля. По стандартам, наклон руля относительно выноса должен находиться вот в таком положении. Далее после сборки он регулируется в зависимости от потребности клиента.